जय 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 महादेव जय 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 महादेव शिव शंकर आदि अनंत शिव शंकर आदि अनंत जय 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 महादेव Намаскарам, намаскарам всем. Что ж, снова эта неприятная задача — огласить, сколько человек не дожило до сегодняшнего дня. К сожалению, мы должны пройти через все это. США общее количество случаев превысило 1 000 000. Количество смертей приближается к 56 тысячам. Испания — 23 тысячи, Италия — 26 тысяч, Франция — 23 тысячи, Германия — 6 тысяч, Великобритания — 21 тысяча. Но их премьер-министр вернулся к работе. Это хорошая новость. Иран — почти 6 тысяч. Погибло более 200 тысяч человек, а точнее 206 тысяч. На контрасте с такими цифрами можно сказать, что Индия справляется очень хорошо. Самоизоляция действительно оказалась очень эффективным методом. Случаев со смертельным исходом в Индии меньше 900. За последние 24 часа погибло около 50 человек. Но если посмотреть на численность и плотность населения, население Индии больше, чем население США, России, Канады, Австралии, Новой Зеландии, всей Европы, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура вместе взятых. Но у нас всего 900 смертей. Так что мы благодарны нашим борцам с COVID, как их сегодня называют. Медицинский персонал, врачи, медсестры и другие специалисты, они проделывают отличную работу. Но еще более важны сотрудники органов безопасности, полиция, даже обучает Сурья Намаскар на улице. Они заставляют всех молодых людей делать Сурья Намаскар на улице, если те нарушают нормы социальной дистанции или заставляют их приседать, снимаю шляпу перед ними, иначе больницы были бы переполнены. И тем не менее, пока что наша медицинская инфраструктура не перенапряжена. Правительство создало дополнительно почти 250 000 коек по всей стране, специально для инфицированных вирусом. Мы пока далеки от этих цифр, поэтому больницы не заполнены, но они находятся в режиме готовности. Мы должны поблагодарить полицию штата и центральное агентство, и, конечно, политическое руководство, которое объединилось. Все они собрались вместе, независимо от политических партий, и осуществили эту изоляцию. В настоящее время многие штаты выбирают продлить изоляцию еще на несколько дней или на несколько недель, в зависимости от ситуации. В Тамилнаде в Индии 300 округов без единого случая COVID.
В 297 районах нет никаких очагов болезни. Только 127 районов имеют очаги заражения. В 13 районах Тамилнада никаких новых случаев заражения за последние 5 дней. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Прежде всего, мы должны поздравить народ Индии. Все думали, что это самая недисциплинированная и бестолковая нация. Но по крайней мере, в Индии никто не жалуется. Мне нужно подстричься. Это, конечно. Такая сейчас ситуация. В такое время у людей возникает множество вопросов. Я только что выступал на национальном новостном канале. Вопросы всегда о просто кое-кто по полной использует сухие листья. Вопрос всегда один. Как нам справиться с этим? Как нам поддерживать наше ментальное равновесие после карантина? Поскольку многие из нас потеряют работу, доходы упадут, уровень жизни может понизиться. Да, есть много аспектов. В экономическом плане это принесет немало боли всем. Никто не избежит этого. Это так. Но когда по всему миру прошла пандемия, и после нее вы все еще живы, это достойно празднования или страдания? Нужно праздновать, вы все еще живы. Праздновать. Потому что вы могли умереть от этого. Думаете, что все те, кто умер, сплошные идиоты? Они такие же, как вы и я. Они где-то заразились, многие даже не знали, где именно. И все. Итак, если мы будем оставаться в живых, вчера я разговаривал со всеми вице-канцлерами различных университетов, ассоциация вице-канцлеров. Я вчера беседовал со всеми главами университетов из этой группы. Они говорят, с этого момента мы должны разделить мир на до короны и мир после короны. Академики готовятся к уроку истории. Если мы смотрим на это таким образом, то пришло время понять, что мы потратили слишком много времени, организовывая мир до такой степени, что это начало приводить к разрушению. Обычно слово «организовать» значит улучшить что-то, сделать рабочим то, что не работало. Вот что значит «организовать». Но мы организовали его иным способом. Способом разрушения. И дошли до того, что практически каждый знает, что если мы продолжим, не так, как сейчас на карантине, я имею в виду, если мы продолжим вести дела как обычно, через 20-25 лет произойдет масштабная катастрофа. В этом нет сомнений. Ни у кого уже нет вопросов насчет изменений климата и прочего. Но мы продолжаем. Этот вирус, по крайней мере, нажал на паузу. Не остановил, нажал на паузу. Посмотрите, сколько шума мы поднимаем. Если остановить экономику на 2 месяца, все закончится? Нет, этого не произойдет.
Видите ли, все обстоит таким образом. Допустим, вы поставите этот сосуд напротив зеркала. После этого вы будете видеть два сосуда. Потом вы откроете магазин с двумя сосудами. Но тут вы покупаете еще одно зеркало, и внезапно у вас уже 100 сосудов. Тогда вы открываете полноценный оптовый магазин для 100 сосудов. Но потом налетает ураган, появляется вирус, 50 сосудов пропадают, и вы плачете. Но на самом деле все это время у вас был только один. Так что богатства и возможности в мире не исчезли. Просто сегодня наше представление о богатстве состоит из воздуха. Индикатором богатства является фондовый рынок. Что ж, такую систему экономики мы построили, я не критикую ее, но нам не стоит так переживать. Когда я давал интервью одной из национальных медиа около 10 лет назад, они задали мне вопрос об индийском фондовом рынке, поскольку в тот день впервые, может быть, я не смогу назвать точный год, где-то 12-13 лет назад, индийский фондовый рынок пробил отметку в 20 тысяч. Никогда прежде он не достигал этой отметки. И вот они спросили меня, что вы об этом думаете? Я сказал, видите ли, по моим подсчетам, если посмотреть на предприятия и их мощности, на отрасли промышленности и что они могут производить, акции в реальности стоят около 12 тысяч. Это то, где они должны быть. Но, конечно, мы хотим создать позитивное настроение, так что мы поднимем их до 14 тысяч, потому что этим движут человеческие эмоции. 14-15 тысяч. 20 тысяч — это уже слишком. С тех пор прошло уже 10 лет, и за последние несколько месяцев их стоимость перешагнула за 44 или 45 тысяч. Сегодня, думаю, 28 или 29 тысяч. Я не очень слежу за этим. Может быть, где-то около 30 тысяч. Все плачут, потому что так много людей потеряли свои деньги. Конечно, это болезненно для них, потому что это игра, в которую они играли. Но, по сути, ничего не изменилось, кроме чисел на компьютере. Мы сами строим такой мир. Это значит, в йоге мы всегда говорили, что, обладая простым желанием, мы способны построить целый новый мир. И вы будете считать его реальным. Будь это бизнес, или деньги, или семья, или отношения, или что-то еще, что у вас есть. Построить все это в уме. Из простого желания вы выстраиваете целый мир и думаете, что он существует на самом деле. Когда он исчезает, либо из-за цунами, шторма, или это просто крах биржи, или вирус, или чья-то смерть, внезапно вы начинаете так беспокоиться, потому что то, что вы создали в своем сознании, просто исчезло. И не только вы. Все вместе вы построили одно и то же. И сейчас оно как будто стало реальностью, словно религия. Все собираются вместе, строят одни и те же образы в своем сознании, и это становится реальностью. Они начинают видеть рай, обсуждают это между собой. Они сами создают абсолютно новое мироздание. Если кто-то со стороны приходит и задает вопросы, они обычно убивают его, потому что он угрожает их фондовому рынку. Он просто полностью уничтожит эти настроения. Так что непременно это принесет боль.
Я беспокоюсь о беднейших из бедных, которые могут быть лишены основных средств к существованию. Но обычно они довольно изобретательны. Они найдут свой путь. С небольшой поддержкой в первые 3-4 месяца они так или иначе найдут свой путь. Но с точки зрения того, чем человек может наслаждаться, мы, скорее всего, сделаем шаг назад. Скажем так, если мы просто оглянемся назад, как мы жили 10 лет назад, сколько у нас было всего, я даже не говорю поколений назад, всего 10 лет назад, как мы были, какие мы были и какие мы сегодня. У нас гораздо больше вещей. Если ничего не менять, у нас будет гораздо больше вещей, и это будет продолжаться. Но на этой планете нет дополнительных ресурсов. Есть вот столько. Есть только один сосуд. Остальное — это отражение в зеркале. Разве 10 лет назад мы были в каком-то обездоленном состоянии? У нас все было прекрасно. Я говорю о том, что если оглянуться на 10 лет назад, когда ни у кого не было ничего подобного, мы тоже были в порядке. Даже 10 тысяч лет назад, когда все жили в джунглях, тогда тоже все было в порядке, по-своему. Возможно, они не ездили на автомобилях, не переписывались в WhatsApp, но они находили свои способы. Они развили сильные голоса и кричали друг другу, били в барабаны или еще что-то. Но они тоже жили полной жизнью, в своем понимании. Итак, экономика откатывается назад, и этот процесс адаптации принесет немного боли. А также могут пострадать те, кто оказался слаб. Это единственное, что вызывает беспокойство. То, что экономика идет на спад, это не главное опасение, это не страшно. И, как мы можем заметить, все птицы и животные говорят, давайте снова сделаем эту планету прекрасной. Мне кажется, что это отличный предвыборный лозунг. Давайте снова сделаем эту планету прекрасной. Если это поддержат и люди, это будет замечательно. Экономический двигатель просто несется и несется вперед. Вы не можете отладить его, пока он работает, потому что он работает. Сейчас этот вирус поставил экономический двигатель на паузу, остановил его. Это хорошее время, чтобы починить его, и это хорошее время, чтобы переделать его, потому что он остановился. Если вы не исправите его сейчас, то исправите ли вы его, когда он запустится снова? Определенно нет. Так что это хорошее время. Я знаю, что это не то, что мы можем сделать за одну ночь. Но сейчас самое время задуматься, как еще можно управляться с этим миром. Сейчас мы считаем, что тот, кто имеет больше, более успешен. Нам нужно создать что-то вроде «тот, у кого слишком много, последний дурак в этом мире». Да. Но этого пока не случилось. Это случилось во времена Лао-цзы. Король был поражен мудростью Лао-цзы и сказал, «Вы должны стать моим министром, потому что вы самый мудрый человек в стране. Кто еще может быть министром, если не вы?» Лао-цзы сказал, «Видите ли, я не гожусь для подобных вещей. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Король сказал, «Нет, вы самый мудрый человек в стране, так что вы должны стать министром». Тогда Лао-цзы сказал, «То, какие шаги я предприму, исходя из моей мудрости, во многом может быть не полезно как для вас, так и для народа. Если я буду действовать, исходя из моей мудрости, вы и многие другие люди могут не одобрить этого». Король сказал, «Как я могу не согласиться с вашей мудростью? Я поклоняюсь вам. Я ваш преданный. Как я могу с вами не согласиться? Я восхищаюсь вашей мудростью. Не беспокойтесь обо всем этом, станьте моим министром». И его назначили министром. Прошло несколько месяцев, а потом случилось так, что один молодой человек, который работал в очень богатом доме, который был почти как дворец, украл оттуда украшения. The jewelry
дочь богача оставила украшение снаружи в саду. И это украшение схватила птица. Она полетела, села на дерево, украшение зацепилось за ветку и осталось там. Этот молодой человек, который там работал, заметил его и подумал: «Я же не краду его, птица уже украла его. Оно на дереве. Если бы его выбросило за ограду, любой мог бы поднять его, но оно на дереве». Ему очень нужны были деньги, поэтому он снял его с ветки и попробовал продать, и сразу же был пойман. Богач хотел, чтобы того обезглавили, отсечь ему голову. И вот его привели в суд. В тот день судьей был Лао Цзы. Он выслушал все это и сказал: «Богач должен получить 50 ударов палкой, а бедняк должен получить 10% от его богатства». Богач просто вышел из себя. «Что за вздор? Этот парень украл украшение из моего дома, и мне назначают 50 ударов, и я должен отдать ему 10% моего богатства». Он отправился к царю. «Что за вздор?» Король был шокирован. Почему Лао Цзы, самый мудрый человек в стране, делает такое? Затем он позвал к себе Лао Цзы и спросил: «Что это такое? Я не ставлю под сомнение вашу мудрость, но на чем основано такое суждение?» Тогда Лао Цзы сказал: «Начать с того, что этот человек накопил так много богатств, что даже когда из его дома пропадает драгоценное украшение, он не замечает этого. Это означает, что он владеет слишком многим, он украл у всех. Поэтому он заслуживает 50 ударов палкой. Что до бедняка, я посмотрел на то, как он живет. Ему нужны 10% богатства, их следует отдать ему. И также он был травмирован тем, что его собирались казнить. За это богач должен заплатить. 10% его богатства должно перейти этому человеку». Король посмотрел на него и сказал: «Пожалуйста, вы должны уйти в отставку». «Я ценю вашу мудрость, но мы не можем управлять этой страной с твоей мудростью». Так что мы жалуемся и жалуемся. Но вы видите, что птицы говорят: «Давайте снова сделаем планету прекрасной». Все говорят, что даже в Дели воздух чистый. Люди чувствуют себя хорошо. А из Пенджаба впервые за 20 лет можно увидеть гималайские пики. До этого там была дымная пелена. Теперь из-за карантина они могут увидеть Гималаи. В течение тысячелетий люди видели Гималаи из Пенджаба, из Дели, из всех этих мест. Но теперь мы не можем, потому что везде смог. Теперь, когда вы видите Гималаи, вы начинаете наслаждаться этим. Не пора ли перестроиться? Сколько машин должно работать? Какую работу мы должны делать? Что мы не должны делать? Что нужно, что не нужно? Можем ли мы жить, пользуясь немного меньшим? Все должны обратить на это внимание. Если добиться этого законом, это будет безобразно. Если это происходит сознательно, тогда это замечательно. Определенно, если мы хотим сделать это, сейчас самое время. Это не произойдет извне. Потому что вы знакомы с великим экспериментом Карл Маркс. Не знаю, сколько из вас про него что-то знают, потому что для западных стран он дьявол во плоти. В Индии в свое время все читали Маркса, но сейчас уже нет. Сейчас читают только комиксы. Маркс — это очень сострадательный человек.
Он подумал, что если ввести коммунизм в его самой чистой форме, не такой, как сегодня, то есть, что все будут жить в соответствии со своими потребностями, это может произойти только, когда люди проявляют друг другу большое уважение и любовь. Но он думал, что может добиться этого политическим путем, и к какому беспорядку это привело. Потому что где бы ни пытались внедрить коммунизм в большом масштабе, в результате этого погибало невероятное количество людей. В 20 веке более 100 миллионов человек погибли за эту идеологию. Но она сделана для народа. Смысл этой идеологии в народе, в значимости простых людей. Умерло более 100 миллионов человек. Они не могли все быть королями. Не могло быть такого количества королей. Умерли простые люди. 100 миллионов человек. Все потому, что если пытаться воплотить великую идею не с того конца, она превращается в катастрофу. Этого можно добиться многими способами. Почему коммунизм потерпел неудачу? Потому что Маркс мог что-то знать об экономике и прочем, но он ничего не понимал в человеческой природе. Он искренне верил. Он открыто заявлял, что первой нацией, которая станет коммунистической, будет США. Как же он ошибался? Мистер Сандерс пытается, но у него не получится. Маркс думал, что самые богатые нации в мире станут коммунистическими, и затем они поделятся со всеми, и мы создадим прекрасный мир. Отличная идея. Но коммунистами всегда становились беднейшие из бедных. Даже сегодня коммунистами всегда являются беднейшие из бедных. По сути, это означает, что те, у кого что-то есть, делиться не хотят. Но те, у кого ничего нет, хотят делиться. Так что в результате, вместо того, чтобы стать великой романтической философией, это просто превратилось в идеологически обоснованный грабеж. У вас есть богатство, а у меня ничего нет. И я говорю, что нужно начать делиться. Вы знаете, чем именно я собираюсь делиться. Вы не соглашаетесь. Мы снимем с вас голову и разделим ваше богатство между собой. В конечном счете, это стало идеологическим грабежом. К сожалению, вот как все закончилось. То, что было великой философией. В то время каждый думающий человек в мире был в восторге от коммунизма. Они думали, что это величайшая идеология, которая изменит мир. Но произошло обратное, потому что те, кто что-то имеет, делиться не хотят. Те, у кого ничего нет, хотят делиться. Это стало страшной идеей. Как-то раз я никогда не рассказывал о детстве Шанкарана Пиллая. Когда Шанкарана Пиллая было 12 лет, он вышел погулять и вернулся с банкнотой в 100 рупий. В те дни 100 рупий были большими деньгами. Он принес банкноту в 100 рупий и сказал, что нашел ее на улице. Его мать посмотрела на него и спросила, «Ты точно нашел это на улице?» Она хотела убедиться, не украл ли мальчик эти деньги. Он ответил, «Нет, мам, я нашел их. Они лежали на улице. Я даже видел человека, который искал эту купюру». So,
Когда такое происходит под внешним воздействием, это становится безобразным. Даже сейчас то, что я говорю о перенастройке нашей экономики, не должно происходить извне. Это снова станет безобразным с применением законов и силы. Это не сработает. Это должно происходить с определенным чувством принятия. Когда Парвати пришла к Адьйоги, она гордая женщина. Принцесса. Она увидела, что Саптариши сидят перед ним с большой преданностью и целеустремленностью. Идут годы, Шива все говорит и говорит, пытаясь передать им науку. На то, чтобы понять, ухватить, пережить, впитать ее, уходит очень много времени. Но привилегия быть супругой дала ей немного самоуверенности. Она заявила, «Я тоже хочу это познать». Но Адьйоги знал, что она никогда не будет сидеть перед ним вот так, годы напролет и учиться, шаг за шагом. Он взглянул на нее и сказал, «Подойди, присядь». Она посчитала это оскорблением. «Это значит, ты сомневаешься в моем интеллекте, ты просто хочешь, чтобы я села тебе на колени». Он сказал, «Нет, присядь». А потом он коснулся ее 114 разными способами, и она стала частью него. Теперь, являясь его частью, она знает все, что знает он, но она все еще сохраняет свою индивидуальную природу. Это единственный способ преобразовать мир. Нужно коснуться их таким образом, чтобы в какой-то мере произошла некоторая интеграция, образовался некий союз, появилось какое-то принятие. Когда происходит принятие, тогда не нужно применять силу, чтобы что-то изменить. Сейчас, в любом случае, вирус применил силу. Я говорю о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Но до тех пор, пока все страны не пойдут на это, этого не произойдет. Потому что мы всегда боимся, что кто-то может обогнать нас. Проблема в этом. Такая проблема существует. Я говорю о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Поэтому нам нужно кричать то же, что и птицы. Давайте снова сделаем планету великой. То, что кричат птицы, если одна и та же мысль проникнет в умы всех людей, и все мы начнем думать о том, чтобы снова сделать планету великой, а не говорить только о своей стране. Ведь, как я уже говорил, ради идеологии за прошлое столетие погибли сотни миллионов человек. Ради религии, в которую вы верите, никто не считал, сколько миллионов умерло ради них. Бесчетное множество людей. Следующее по величине тирания — национализм. Люди с гордостью умирают ради нации, даже сегодня. Сейчас очень важно защищать границы нации, суверенитет нации. Поэтому до сих пор продолжается борьба между теми, кто говорит, «Это моя часть планеты, а это твоя часть планеты». Нам в каком-то смысле нужно ослабить границы нации. Национальные границы нужно ослабить. Это невозможно, когда существует такое значительное экономическое неравенство. Если мы разумно выведем ситуацию на какой-то уровень, это все равно, что вопрос, что появилось раньше, курица или яйцо. Нет, все должно происходить вместе. Кому-то нужно набраться мудрости, чтобы собрать все это воедино. Если национальные границы даже не разрушатся полностью, но хотя бы будут немного ослаблены, тогда кто будет создавать армию? Для чего? Для каких-то внутренних процессов у нас могут быть вооруженные силы. Но у вас не будет таких мощных сил, которые способны уничтожить планету много-много раз. Сейчас достаточно оружия. Даже для следующей планеты, на которую мы можем отправиться. Допустим, мы полетим на Марс и захотим уничтожить и эту планету. Для этого у нас уже достаточно бомб, оружия и всего остального. Итак, мы готовы к уничтожению трех планет. Но у нас есть только одна. Вот что значит думать о будущем. Так что нам нужно... Мы даже не знаем, случится ли подобное при этом поколении. Но если нынешнее поколение начнет думать в таком ключе,
Возможно, следующее поколение реализует это. Если это поколение начнет думать, как только вы начинаете осознанно мыслить в определенном направлении, вы начинаете идти к этому. Даже не зная этого, вам не обязательно через силу продвигаться в этом направлении. Как только вы начали думать, допустим, о горах Веллингери, и вот вы думаете «горы Веллингери, горы Веллингери», вы сами того не осознавая окажетесь здесь. Вот так обстоит дело. Такова природа человека. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы люди думали за пределами тех границ, которые мы установили. И прежде всего, это бесконечная жажда, которую мы создали. Чтобы это произошло, нужна одна важная вещь. Нам нужно разрушить. Я говорю это очень осознанно, очень осознанно. Люди думают, из-за того, что я улыбаюсь, я не серьезен, но я очень серьезен. Мы должны разрушить нынешнюю систему образования, если хотим каких-то действительно положительных изменений в экологии. Именно в этом и кроется ключ. Shiva, Shiva, Shiva.